Народ, всем привет! Продолжаем ремонт Урала. Потихоньку грунтуем, замываем, шпатлюем, потом опять грунтуем. В общем, работа кипит. Работы очень много, работа однообразная, я вам ее особо не снимаю. Потому как вы уже это все видели, но хочу, чтобы вы знали, что мы работаем. В июле мы должны покраситься, я на это очень надеюсь, но, как говорится, планы это планы, а как получится, будет видно. Вчера очень ударил ногу сильно. Думал, вообще сломал. Палец. Ударил очень сильно. Думал, сломал, но обошлось. Сейчас будем грунтовать дверь нашу. Эту панель, это уже последние элементы. Здесь все загрунтовано, финишной шпатлевочкой прошел уже. Нам осталось только загрунтовать дверь, вот эту водительскую. Также много кто пишет в комментариях, снять кабину, разобрать это все. Вы представляете, сколько какой-то объем работы? У нас здесь и так работы еще на полгода. Это во-первых. Во-вторых, тот, кто давно смотрит наш канал, он знает, что мы не реставраторы. Я просто очень люблю технику и снимаю то, что я делаю. Да, возможно, это неправильно. Возможно, это нарушает какие-то технологии. Но, ребят, вы должны понимать, что не всегда у нас есть возможность работать по технологиям. Так, сейчас вам пройдусь, покажу, что сделали. То, что я не снимал для вас. Смотрите, значит, установил бак. Вот там наверху, видите, на Кунге. У нас его не было установлено. Я покупал отдельно, он был помятый. Поэтому пришлось здесь подшпаклевать и тому подобное. Также закрепил багажник наш. Он уже закреплен полностью на болтике. Стоит на том месте, где он должен стоять. Так. Также проходим, шпаклюем Кунг в местах, вот где есть вмятины, где были царапки, то есть, ну, с большего хотя бы. Много очень подтеков, как обычно, видите, перетираю. Вот. Ну, по Кунгу, я уже думаю, здесь нормально все будет, он более-менее. Кабину сделаем, будет все нормально, красивенько. Низ покрасим после того, как сделаем кабину. Покрасим раму, покрасим мост, очистим все. Все забываю, друзья, вам показать. У нас амортизатор до сих пор законсервирован. Я его не расконсервирую никак. Вот, видите, а вы говорите, машина убитая. Все еще в солидоле. Просто хранили его не так, как надо. Вот, видите, такой у нас мортер. Вот, здесь все будем красить после покраски машины, подкрылки. Установим брызговики наши. Это уже после того, как. Вот, далее, что еще здесь сделал я? Сейчас покажу вам. Еще с этой стороны тоже багажник закрепил, видите? Болтик новенький. Прошпаклевали подкрылки финишной шпатлевочкой. Так, Кунг
потихоньку шпатлю и тоже готовлю. Так, сзади здесь установил завес и просверлил на эту дверь. Еще нужно вот эту вот деталь снять. Не знаю, чуть-чуть здесь. Ну и задом придется помучиться, потому что здесь нужно побольше зачищать, замывать. Здесь работы порядком. Вот, так что вроде бы все. Показал вам, что сделал за последнее время. Здесь прошел гравитексом уже по низам. Нужно будет еще добавить, потому что здесь такая ржавчина, знаете, была. То есть, ну, как-то такие очаги. Я лучше прошелся гравитексиком, чтобы она не так у нас выходила, вылазила. Вот, ну, эта сторона у нас почти готова. Почти готова. Осталось только там дверь загрунтуем сейчас. И, в принципе, можно будет уже начинать замывать кунг, всю эту катавасию, кабину, обклеивать и готовиться к покраске. Сейчас мне нужно перегнать Урал. Простите, надышался краски. Перегнать Урал, потому что здесь у нас места очень много, а с той стороны
места нету. Пробные наброски камуфляжа. Красиво? По-моему, ужасно. Но такого цвета у нас не будет, не переживайте. Это просто я пульверизатор разрисовывал. Сейчас перегоню Урала и вам небольшой видосик. Вот так, ребят. Урал, обратите внимание, заводится с полуоборота, то есть сколько бы ни стоял, все нормально. Поначалу он, помните, как-то, что мозги компасировал, но сейчас полуоборота, тык, и заводится. Сейчас нас ждет долгий процесс замывки 320-й наждачкой. Нам нужно замыть все, понимаете, то есть убрать вот эти вот места, вот это нанесение шпатлевки. Их, они замоются. И потом мы уже приступим к оклейке, будем обклеивать окна, и после этого мы будем красить. Красить я пока не знаю, я не уверен, что я смогу покрасить сразу весь Урал, не уверен. ЗИЛ я красил, у меня заняло 7 часов, 7 часов красить камуфляж. Здесь ну, просто физически это ну, нагрузка космическая. И когда красишь камуфляж, проблема, что слои пересыхают, и ты наносишь соседний слой, и он запыляет предыдущий слой. То есть и предыдущий слой становится матовым. То есть красить нужно вот сразу валить и валить и валить и валить и валить и валить. Физически это ну, катастрофа, честно говоря. Не знаю пока. Думаю, может сначала кабину покрасить и эту часть кунга, а потом уже. Допустим, там отдохнуть полдня или день и красить ту часть кунга. Не знаю еще пока, ребятки. Вот, так что вот такие новости. Друзья, замываем Урала. Уже готов верхняя часть вся кабины. Готов капот. В общем, весь Урал вот до... Чудо готов. Остались крылья, передняя решетка и все. Передняя часть у нас будет готова. Кабина. Красить буду, решил, два этапа. Думал, решил два этапа. Сначала красим кабину. И до кунга до сюда, вот видите, уже замыто здесь, до кунга красим. Потом эту часть оклеиваем и красим заднюю часть кунг, кунг и заднюю часть. Потому что в один день, ну, может, конечно, все это в один день будет, но за два захода, скажем так. Потому что за один заход, я уже говорил, не получится. Это нужно... Будет бегать, а здесь, вы знаете, очень тяжело будет вот это все прокрасить. Все эти баки наши, все это. Там нужно, придется помучиться. Поэтому нужно будет два захода. Вот, процесс покраски
конечно же, сниму. Стараюсь по максимуму вам. Может быть, сниму на другую какую камеру, потому что, не знаю, на телефон будет неудобно. Это очень долго все будет. Но сниму. Ну, приложу максимум усилий, скажем так, для того, чтобы снять. Посмотрите, возможно, кому-то пригодится, потому что сколько я рыскал в интернете, нигде именно процесса не... нету такого покраски, камуфляж. Где-то есть там фотки, еще что-то, и именно акриловой краской, чтобы красить, я не видел ни разу. Вот. Тяжелый труд, блин. Тяжело, я уже весь на исходе, скажем так. Но не сдаюсь. 5 вечера у нас, уже домой нужно ехать. Мне чуть-чуть осталось, хочу докрасить. Ой, докрасить, говорю. Дозамыть и нужно накрыть, чтобы пыль не садилась. Потому что у нас здесь пыльно очень. Накроем. Ну, все равно перед покраской я протираю салфеткой специальной такой. Но, тем не менее, когда пыли меньше, легче протереть. Протер быстренько и все. А когда много пыли, то протереть невозможно. Вот, так что как-то так. В общем, мы не стоим на месте. Замою, все, вам покажу, что получилось. Ребят, в общем, замыл Урала, накрыл пленкой. Не пленкой, а специальной этой укрывочной, маскировочный пакет. Вот, укрыл, дабы не садилась на него пыль. Он проветривается, как раз он подсохнет до идеала. В общем, по такому принципу будем и красить. Красим кабину, а потом вот так вот его заклеиваем, Урал, и будем красить кунг. Ну, а пока такой вот вариант. Нужно закрывать ворота, иначе сорвет сейчас эту всю пленку. Все, кабина замыта.